Автомобиль Nissan Sunny 2003 года. Сейчас мы будем проводить самодиагностику путем нажатия на педаль газа. Вот она, педаль газа. Вот показываю. Значит, первое. Поворачиваем ключ зажигания в положение включено, чтобы загорелись у нас все лампочки. И ждем 3 секунды. Еще один, еще два, еще три. Два, три, четыре, пять. На 8 секунде после того, как педаль отпустили, ждем. Сейчас должна начать мергать лампочка Check Engine. Оп, потухло. Раз, раз, два, три. Раз, два, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Повторяется. Один, раз, два, три, три, один, два, 132 и 10. Это значит 132, 0. Так, сейчас мы попробуем сбросить. Удерживаю педаль газа в течение 10 секунд. Несколько раз попытался я сбросить код путем, ну когда вошел в режим считывания кодов, путем нажатия на педаль на 10 секунд. И потом включаешь и опять проводишь всю ту же самую процедуру. Вот еще раз. 1001, 1002, 1003. Раз, два, три, четыре, пять. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. И ждем 10 секунд. Сейчас должна эта лампочка начать моргать. Так, только она потухла, можно педаль газа отпускать. И вот он пошел код. Код тот же самый. 132.0. P132.0. Значит, не сбрасывается. Вот. Опять, смотрите, нажимаю на 10 секунд. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Выключаем. И опять то же самое. 1001, 1002, 1003. Раз, два, три, четыре, пять. 1001, 1002, 1003. 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Держим 10 секунд. Ждем. Сейчас, если начнет все 4 цифры по 10 моргать, значит сбросился. Оп, ждем. Раз. Все, тот же самый код. То есть цепь неисправна. 132 код — это код неисправности катушки зажигания. Сейчас будем смотреть, какая катушка зажигания. Выключили. Заводим автомобиль. Вот автомобиль подтраивает. Автомобиль подтраивает. Значит, первый, второй, третий, четвертый цилиндр. С четвертого начнем. Сняли. О, двигатель заработал хуже. Сняли. Двигатель заработал хуже. Сняли. Хуже. Снимаем первый цилиндр. Двигатель как работал, так и работает. Как будто нет катушки. Сейчас мы что делаем? Глушим автомобиль. Снимаем эту катушку, переставляем ее на второй цилиндр. Если второй цилиндр не работает, значит это катушка. Если продолжает не работать первый цилиндр, значит свечка зажигается. Откручиваем две катушки, чтобы поменять их местами. Так. Так. Пока положим сюда болтики. Катушка. Вот это, как будем считать, что целая. А вот это, которая
не работает. Сейчас мы ее посмотрим всю визуально. Ну, визуально вроде она целая. Для убеждения. Да, вроде бы все целое, никаких углеродных дорожек, ничего нет. Вставляем. Тут же заворачиваем ее, катушку эту. Так. Вот так. Завернем ее сейчас. Так. Теперь заводим автомобиль и смотрим. Ну-ка. Так, заводим. Так. Да, не работает это. Менять надо катушку. Все, неисправно снайдено. Значит, поменяли. Не работал у нас первый цилиндр. Поменяли катушки местами, стал не работать второй цилиндр. Значит, неисправность перенесли с первого цилиндра на второй, то есть он в катушке. Нужно, необходимо менять катушку. Все, Алексей?